Моя презентация посвящена фотодинамической терапии опухоли Клацкина. Мы ей занимаемся 12 лет. Рада, что уже многие к нам присоединились. Но, тем не менее, так получилось, что мы были первые. Набили первыми шишек, собрали определенный опыт. И как бы я бы хотела поделиться с тем, что мы поняли за эти годы. Ну, во-первых, что такое опухоль Клацкина? Хорошо, что у нас есть достаточно много времени, потому что мы никогда это не обсуждаем. Значит, опухоль Клацкина вообще вот в том варианте, как она была сформирована, или гилюсная холангиокарцинома, или рак проксимальных внепеченочных желчных протоков, это такая опухоль, которая, в общем-то, определяется локализационно. Случилось это скорее по историческим, чем по биологическим причинам, просто занимались ею исходно хирурги, ну и, собственно говоря, тем было удобно в плане определения, каким способом больных лечить, поделить опухоли внепеченочных желчных протоки на дистальные и проксимальные. Таким образом, опухоль Клацкина, опять же, это локализационная опухоль, которая где-то от средней трети, от пузырного протока до проксимальных внепеченочных желчных протоков тянется. Вот здесь представлен, соответственно, известная очень классификация Бисмута, которую использовали очень много лет. И на самом деле, как оказалось позднее, но уже переделывать не стали, вопросы прогноза вот этой опухоли, они определяются не сколько, собственно говоря, локализации, сколько формы роста. Она может быть либо передуктально-инфильтративная, либо массообразующая, либо бывает внутрипротоковый вариант. На самом деле это касается всех холангиокарцином, но дело в том, что вот при проксимальных внепеченочных желчных протоках передуктально-инфильтративный тип он преобладает. У нас, например, в исследовании он составил порядка 88%. А массообразующие, внутрипротоковые, они вот именно в этой зоне они встречаются гораздо более редко. Ну и, соответственно, исходно как бы эта опухоль, которая рассматривалась как опухоль, которая возникает в конфлюенсе, и опухоль, как я говорю, это на самом деле первая вот такая вот рентгенохирургическая опухоль, потому что еще не было толком ни ультразвука, никакого метода исследования, и только по локализации стриктуры, здесь я специально показываю старый слайд, который представляет собой сканы еще с пленок, соответственно, была разработана классификация, которая тоже, в общем-то, была, которая была основана на локализации. Но шло время, и многое в жизни менялось. И если для диагностики поражения полых органов, соответственно, сейчас классикой является оценка как просвета органа, как слизистой оболочки органа, как циркулярного распространения, морфология поражения, ну, я, например, представляю это на, соответственно, в примере кишки, то есть это классическое обследование полого органа. Желчные протоки в этом смысле остаются до сих пор органом-сиротой. Дело в том, что слишком изящная структура, слишком она мало доступна для диагностики, поэтому, в общем-то, вот если для толстой кишки, вот как бы всех удивило бы, если бы вот не было всего вот этого комплекса исследования, то, соответственно, для желчных протоков очень часто до сих пор используется только прямая холангиография, ну, либо ее усовершенствованная неинвазивный вариант МРХПГ. И только недавно мы поняли, что, в общем-то, достаточно глупо не оценивать все остальное. Конечно, тоже необходимо отслеживать слизистую, оценивать циркулярное распространение и морфологию поражения. Ну, если вот это мы делаем эпизодически, время от времени, вот как бы вот эти вот три части, они у нас являются стандартом. Соответственно, хотя до сих пор, в общем-то, приходят пациенты, у которых смотрят на, скажем так, внутренние просветы, говорят, что этого достаточно для лечения. Опухоль эту крайне тяжело оценивать, потому что это инфильтрат, который тянется в большинстве своем, вот та передуктально-инфильтративная форма, она слишком тонкая, слишком диспопластичная для неинвазивной диагностики, она слишком похожа на просто фиброзную структуру, слишком много стромы. Вот, собственно говоря, поэтому не все могут с ней работать. Мы используем всегда МРТ как метод, который у нас имеет наивысший тканевой контраст для того, чтобы оценить распространенность передуктальную, для того, чтобы оценить циркулярное распространение, и всегда используем биопсию. Значит, второй вопрос. Значит, дело в том, что, к сожалению, для опухоли Клацкина, может быть, даже больше, чем для других опухолей, характерна вот ахиллесова пята, к
клинической онкологии как дисциплины, когда там много лет назад все уперлись в раннюю диагностику, и, собственно говоря, больных, которых признают там нерезектабельными, неоперабельными, некурабельными, они куда-то уходят из медицинских центров, никто не оценивает собственно, механизм тонатогенеза, продолжительность их жизни толком. То есть они вот, сделал интервенционный радиолог через кожную, через печёночную холангиостомию, избавил от желтухи, признан пациент некурабельным, дальше они куда-то исчезают. И реально то, что называется в иностранной литературе естественное течение холангиоцеллюлярного рака, это крайне малоизученная вещь. На мой взгляд, это то, что вот эти вот клинические рассвернутые стадии заболевания, там, где это наиболее интересно с точки зрения науки, они будут оставаться в тени, до тех пор, пока они будут оставаться в тени, к сожалению, прогресса никакого не будет. Но это вопрос скорее к организации здравоохранения, чем к нам. Значит, мы попытались собрать по крупицам то, что известно на сегодняшний день, и на самом деле наиболее полная была статья 2009 года, прошло 10 лет, с тех пор лучше ничего не написано, которая называется «Естественное течение и прогноз холангиокарциномы без хирургии, химиотерапии, радиотерапии». У корейских исследователей были довольно большие группы, это реально довольно большие группы, и, соответственно, было показано, что вот больные с хилюсной холангиокарциномой, если ничего не делать, просто раздренировать, хотя это, в общем, тоже сомнительно условное, соответственно, естественное течение, все-таки дренируем, лечим как-то, они живут порядка полугода. Если брать пациентов, соответственно, с опухолями, узловыми формами, то там медиана выживаемость составляет около 3 месяцев. Если вы помните, я показала 3 вида опухоли, есть еще папиллярные, но вот, к сожалению, у этих авторов, у них был только один папиллярный рак, понятное дело, что они ничего не посчитали, просто natural history папиллярного рака, оно вообще остается пока за кадром, но вроде он должен лучше течь, чем и передуктально-инфильтративные, и узловые, по крайней мере, поскольку на лечении он течет лучше. Есть предположение, что, может быть, и без лечения он течет лучше, но, несмотря на то, что вот это все сделано, остается под вопросом, каков механизм тонатогенеза, а вот здесь, соответственно, как раз вот то большое белое пятно, связанное с тем, что эти больные уходят там в хосписы, домой, еще куда-то. Соответственно, по нашим представлениям, вот опухоль передуктально-инфильтративная – это такая удавка на воротах, которая приводит к ухудшению дренирования, которая приходит к постепенному нарастанию явлений портальной гипертензии. И, наверное, это такой вот последний оплот локальных опухолей, где локальные методы лечения действительно могут помогать. Но просто очень хитрое место. Вот этих пациентов мы рассматриваем скорее, даже если эта опухоль распространяется в воротах, как первично-метастатических пациентов, где, скажем так, локальные рулок-регионарные методы лечения, наверное, не очень помогут. Папиллярные формы, у нас их было всего 3, реально они чаще всего кровят, вызывают гемобилию, вызывают желтуху, и, в принципе, можно их лечить локорегионарными методами, ровно для того, чтобы они не умерли просто от холангита. Соответственно, это такой небольшой вывод о том, что natural history для холангиокарцинома – это, к сожалению, вещь, которая относится сейчас к разделу схоластики, и мы боремся с чем-то, примерно как боролись средневековые рыцари с драконами, то есть какое-то такое существо, очевидно, страшное, но непонятно, что оно из себя представляет. На самом деле, чего мы используем? Мы используем, в принципе, еще постулированный Клацкиным принцип, что смерть пациента редко связана с массивной опухолью, я говорю про передуктально-инфильтративную опухоль, редко связана с массивной опухолевой инвазией или экстрапеченочным распространением, и паллиативные хирургические вмешательства, направленные на разрешение бобилярной обструкции, эффективны в разрешении симптомов и продлении жизни. Соответственно, на сегодняшний момент таких методик 3 – брахитерапия, внутрипротоковая радиочастотная абляция и фотодинамическая терапия. О брахитерапии говорить не буду, она самая древняя, но она, к сожалению, очень мало доступна, потому что слишком это все высокотехнологично, слишком дорого, и, насколько мне известно, в России делается она только в онкологическом научном центре. Внутрипротоковая радиочастотная абляция – методика довольно новая, спорная, и вот фотодинамическая терапия, которой пользуемся мы.
Соответственно, что за методика лечения? Бинарная методика лечения, которая предполагает накопление более или менее селективного фотосенсибилизатора опухолью с перифокальной воспалительной тканью и затем воздействие светом, при котором, соответственно, препарат становится токсичным. И вот здесь на примере имплантационного метастаза приведено, как оно работает. Метастаз подтвержден морфологически по уходу имплантированной холангиостомы, накопление препарата, соответственно, постепенно, видите, нет острого такого воздействия, это не коагуляция, это не лазер-коагуляция, реально с труб где-то начинает образовываться такой надежный к неделе, ну и, соответственно, заканчивается все формированием нежного рубца. Первые работы по фотодинамической терапии были проведены в начале нулевых, они дали такие фантастические результаты, собственно, когда мы их увидели в 2008 году, мы начали заниматься этой методикой. Но, скажем так, потом было выполнено совсем недавно, там несколько лет назад, несколько метаанализов, много было посмотрели, достаточно много исследований. Результаты стали чуть-чуть более разочаровывающими, но все равно не сильно. То есть все равно эти пациенты, очевидно, что жили дольше. И мы решили посмотреть, а что же у нас получается. У нас недавно вышло по этой тематике диссертационная работа. За 12 лет у нас, за 11 лет прошло 65 пациентов, мы выполнили 169 сеансов эндобилиарной ФДТ. Опять же, поскольку было начало, мы сначала брали все подряд, у нас несколько было пациентов с узловым типом, но затем мы поняли, что нужно лечить только передуктальный инфильтративный и, соответственно, папиллярный, которого было немного. Исходно пациенты в основном были... Соответственно, после каких-то нерадикальных проведенных методов лечения, либо не подлежащие какому-то лечению, потому что, в общем-то, выбирали параметры, показания с учетом этических моментов. Вопрос, который всегда задают, поэтому я его предваряю, да, все пациенты морфологически верифицированы, просто на структуру никто не светил. Соответственно, и это здесь перечислено то же самое, только, наверное, в таблицах. Кроме показаний, собственно, характера клинического, были еще показания технического, то есть нам нужно было, чтобы у пациента была техническая возможность адекватного доступа в протоке, чтобы у нас было, грубо говоря, мы должны посвятить были на сегментарные протоки, если у нас инфильтрация распространялась очень сильно высоко, но мы просто не могли достать туда светом. И это не должна быть толстая опухоль, это связано с особенностями распространения света. Проводилась эндобилиарная фотодинамическая терапия в рентгеноперационной, использовались препараты хлоринового ряда, это, соответственно, отечественный препарат, ленинградский, кстати, петербургский, Меланлахта, и, соответственно, диффузоры, которые разрабатывала для нас компания Биоспек, это москвичи. И исходно мы применяли несколько вариантов доставки вот этого света. Последние годы мы подошли вот к варианту такому, который также сделали для нас наши отечественные коллеги из компании «Малоинвазивные технологии». Это катетер прозрачный, в него заводится световод, есть рентген-контрастная метка на конце. Все очень удобно, все можно использовать просто, доступно, ничего не заламывается. Ну, в общем-то, это вот результаты наших изысканий. Под рентген-эндоваскулярным контролем вводится вот этот самый катетер, и затем, соответственно, проводится световод, подключается, производится облучение пациентов. Соответственно, у части наших пациентов были интраоперационные реакции, они были связаны как с раздражением вагуса, так в основном с инфекционными проблемами. В послеоперационном периоде также инфекционные осложнения, они были на первом месте. Не сказать, что они были какие-то специфичные и очень сильно отличались от эндобилиарных вмешательств. Только у одного пациента развилась фоточувствительность, вероятно, это связано с тем, что пользовались мы хлоринами, в отличие от наших зарубежных коллег. Ну вот пример одного из осложнений средней тяжести, на самом начальном этапе мы не очень хорошо подобрали дозу, получили абсцесс. Вопрос, который нас терзал все эти годы и который мы никак не могли решить, а в принципе в мире он вообще не решен, во многих странах просто смотрят выживаемость, и никто не пытается оценить объективный ответ. А как измерять объективный ответ? Чего мы сделали хорошего, если там структура? Вот. И как бы самое простое уменьшение объема, оно нам очень нравилось, но вот беда, у нас всего 3 человека были с папиллярными образованиями,
где это легко измерять, а все остальные имели передуктально-инфильтративное образование. Но вот эта передуктальная инфильтрация далеко не всегда уходила. То есть были моменты, были пациенты, у которых она уходила, и печень даже подвергалась ремоделингу, но, к сожалению, это было маловоспроизводимо. Мы пытались оценивать частичную реканализацию желчных протоков. Опять же, она зависела от состояния дренажей, от состояния, в которое поймали пациента. В общем, в конечном итоге мы поняли, что померить изменения можно только с помощью фотодинамической терапии, с помощью МРТ, причем с помощью довольно в хитрые сроки, с помощью довольно хитрого метода. Ну, то есть, например, если возьмете обычное Т2, да, то изменений особо не видно. А вот если на 3-5 сутки ввести контраст, то можно увидеть, что в зоне, где подвергается фотовоздействие, здесь есть выраженная зона деваскуляризации. Соответственно, вот она здесь. И, ну, наверное, это вот впервые мы получили вот этот воспроизводимый результат. Где-то получаем мы его уже регулярно, эти МРТ делаем на 3-5 сутки, дальше этого просто не видно. Где-то года полтора, будут ли они иметь значение в плане отдаленных результатов, мы еще не знаем. Вот, соответственно, были еще более интересные наблюдения, потому что мы ожидали, что мы получим некроз вот здесь, а у наших пациентов были, соответственно, перифокальное воспаление вокруг протока в виде такого ободочка формировались, вот, которые мы так и не знали, как расценить, но мы вспомнили, что это опухоль, которая тянется далеко, и расценили это как, соответственно, влияние на те участки, которые расположены вдали от опухоли, как иммунологические механизмы. И, собственно, мы начали заниматься тогда мультифокальными биопсиями, и при мультифокальных биопсиях мы получили, что опухоль не всегда бывает в зоне максимальной структуры. Например, вот у этого пациента вот здесь тоже мы опухоль получили. Вот, отдаленные результаты. Отдаленные результаты таковы, что медиана выживаемости от первого сеанса внутрипротоковой фотодинамической терапии составила 16 месяцев. Если вы помните вот ту Natural History парка, да, соответственно, то там медиана составляла у этих пациентов порядка 6 месяцев. У нас уже, поскольку были выполнены первые исследования, конечно, мы сравнительных исследований просто с дренированием не проводили. Соответственно, и в целом наши результаты, они соответствовали общемировым. Наиболее такой интересный случай, то, что нам сейчас очень нравится, то, чем мы хотим заниматься, это пациенты, у которых R1 или R2 резекция, ну, в частности, вот здесь пациентка, у которой была фактически операция отчаяния, она была выполнена в районной больнице после неудачной черезкожно-черезпеченочной холангиостомии на билирубине 300 на высоте гемобилии, и ей просто была выполнена резекция протока, и наложен анастомоз, ну, фактически на опухоль. Мы выполнили 2 сеанса эндобилярной фотодинамической терапии, после этого убрали дренажи, и после этого, соответственно, пациентка без дренажей жила 3 года, живет уже 5-й год, соответственно, с момента желтухи, и вот только сейчас она к нам поступила с прогрессированием, в понедельник пойдет на холангиостомию. Но для пациентки вот в такой тяжелейшей ситуации, в общем-то, у которой не было никакого прогноза, это все равно неплохой результат. И что бы мне хотелось сказать заключение. Дело в том, что когда мы начали заниматься фотодинамической терапией, мы действительно были очень вдохновлены вот теми перспективными исследованиями, и нам казалось, вот сейчас мы эту структуру разрушим, ворот их, и у пациента будет очень хороший результат, он будет жить. Вот. Но чего оказалось, что в общем-то, эти выводы, которые я написала в 2017 году, соответственно, они не сильно поменялись, первые три, о том, что она действительно существенно позволяет улучшить качество, увеличить продолжительность жизни. Она, значит, по всей вероятности, вот когда мы наблюдаем за этими пациентами, лонгитудинально, непоперечные срезы берем, гилюсная холангиокарцинома приводит к сочетанному поражению паренхимы, структур глиссоновых ножек, выражен морфологическим функциональным перестройкам опухоли. Нельзя ее воспринимать вот, ну, только как структура. Но тогда, соответственно, я написала те вещи, которые… Дело в том, что вот когда ты начинаешь заниматься вопросом, то возникает ряд интересных систематик в смежных областях. И нас сразу заинтересовали эндобилярные биопсии, диагностика клацкиномикрирующих поражений, флуоресцентная диагностика тонких трубчатых структурах и разработка оборудования для нее, исследование вариантной анатомии желчных протоков и реологии как факторов, способствующих билярной патологии, оценка анатомо-функциональной перестройки печени при опухолях Клацкина, соответственно, разработка
разработка ответа, разработка количественных интервенционных методов оценки эластичности ткани и вопрос иммунологического ответа. Надо сказать, что, как ни странно, вот эти вопросы мы уже описали. Они, к сожалению, не войдут в доклад, но мы публикуемся, мы готовы как бы докладываться на этой тематике. Вот эти вопросы у нас разрабатываются. Ну, до сих пор у нас мы не смогли придумать метод, который бы позволил нам мерить, как меняется эластичность ткани, да, эластичность этой структуры. Ну, в общем-то, готовы сотрудничать, если у кого-то есть какие-то идеи. Таким образом, вот такая вот получилась тема, которая оказалась гораздо больше, чем фотодинамическая терапия просто, да, чем структура. То есть это сразу такой пазл, который мы сейчас пытаемся сложить. Благодарю за внимание. Большое спасибо. У кого будут вопросы? Владимир Суворов, пожалуйста. Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, можно ли сочетать ФДТ и стентирование желчных протоков? И если можно, то какими стентами, что предпочтительнее в этой ситуации? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, во-первых, ну, скажем так, поскольку мы все-таки не, у нас очень часто к нам приходят пациенты, которым стенты стоят первично, без морфологической верификации. Ну, соответственно, этих пациентов мы не берем, потому что ни химиотерапевт, никакое специфическое лечение не проводится. И они очень часто подкрыты, какое-то либо вмешательство, мы говорим о нитиноловых стентах, выполнить нельзя. Это первый вопрос. Ответ на первый вопрос. То есть здесь нет морфологической верификации нежелательно. Второе, мы попытались. Дело в том, что стенд держится за счет того, что он как бы впивается в ткани, и возникает такая жесткая, ригидная структура, которая какое-то время позволяет это все держать. Он все равно забьется, ну, там где-то в течение полугода. Но как только мы начинаем проводить фотодинамическую терапию, у нас имеется что? У нас имеется вот такая вот мозоль, да, из грануляционных тканей, там, из всяких различных обрастаний фибрином и всего остального. Но как только мы, соответственно, начинаем делать фотодинамическую терапию, из вот этой вот жесткой конструкции, она становится более эластичной. Этот стенд начинает елозить, у больного возникает болевой. Несколько раз мы попытались, получили крайне неудовлетворительные результаты, то есть там такой был сэндвич, соответственно, опухоль, сверху стенд, сверху дренаж и сверху фотодинамическая терапия. Честно говоря, удовлетворения не получили, и ну, у нас вообще, в принципе, отношение к нитиноловым стентам такое, что поскольку они обтурируются, то мы их ставим пациентам, у которых ожидаемая продолжительность жизни не превышает ожидаемую проходимость этих стентов. Еще вопросы, пожалуйста. Можно тогда я вопрос задам, Ольга Николаевна? А ваши предпочтения по поводу фотосенсибилизаторов есть какие-то? Потому что, ну, такая тема. Сколько людей, столько и мнений. Все-таки да вот если нам заниматься... Значит, да. Давайте так, по поводу, например, там, Алласенса, да, гематопроферинов, мы им просто не занимались по той простой причине, что у нас очень долго был лазер, с которым мы могли работать только с хлоринами. Вот. Второй вопрос, соответственно, у меня складывается впечатление, что все-таки нужно смотреть, что за препарат, что за партия препарата. Потому что, когда я разговаривала с химиками, очень сложная производство хлоринов, они легко окисляются просто. Вот. И, ну, вот, допустим, в том, что мы обсчитали, у нас вроде бы нафталон был выраженный болевой, но я не уверена, что это не была какая-то партия. Ну, это лучше обсудить в кулуарах, на самом деле. И второй вопрос, можно? На самом деле, насколько мне известно, фотодинамическая терапия, она же тоже обладает абскопальным эффектом, то есть определенную иммуностимулирующие функции, вот эта методика имеет. Вопрос в следующем. Планируете или занимались вы вот сочетанным введением там, с какими-то препаратами, в том числе иммунного ряда, или же химиопрепаратами, и имеет ли это смысл по-вашему? Значит, в отношении химиопрепаратов у нас сложилось впечатление, опять же, мы не очень знаем почему. Дело в том, что накопление опухолью, ведь это вопрос такой до конца не изученный, никто не знает, что накапливает в опухоли, то есть, на мой взгляд,
например, после химиотерапии, там возникает воспалительный ответ, и там возникают сосуды, она копит просто лучше, не такая десмопластичная. И для опухолей, которые выходят за пределы 1 сантиметра, к нам просто приходят химиотерапевты, они делают свою химиотерапию, сверху мы делаем ФДТ, сэндвич. Ну, единственное, чтобы они там не пересекались. Есть там нюансы определенные. Вот. То, что касается иммунологии, мы сейчас с нашей лабораторией иммунологии просто начали забирать ткани и плазму до-после, чтобы посмотреть, что происходит. Нас, например, интересует такой момент, что у нас после первого сеанса ФДТ больные вдруг резко набирают массу тела, и мы не можем понять, чем это. Это явно системный эффект, а главное, он не наблюдается после последующих сеансов, ну, в том же объеме. Вот, пока это идет набор, то есть пока мы берем ткань, отдаем нашим иммунологам, пока мы берем плазму до-после, соответственно, там, и, может быть, что-то вылезет. Но не могу пока ответить на это. Спасибо большое. Если нет вопросов, тогда спасибо.